Всем здравствуйте! Вот и появился Jailbreak на iOS 14. Правда, с помощью CheckRyan и поддерживаются далеко не все устройства. iPhone 6s, 6s Plus, SE первого поколения, некоторые модели iPad Pro, Air, Mini 4-го поколения. А в ближайшие недели обещают добавить поддержку iPhone 7, 7 Plus, iPod Touch 7-го поколения, iPad 6, 7 Pro на 12 дюймов, 2G версия. В будущем iPhone 8, 8 Plus, 10. Под управлением iOS 14, 14.0.1, 14.1 и последняя на момент снятия видео 14.2. Ну что ж, давайте устанавливать. Сразу скажу, как по мне, лучше использовать для Jailbreak Uncover на iOS 12 или 13. Мне от Jailbreak нужно всего две программы. CarBridge и Audio Recorder XS. Но если последняя работает с Jailbreak под iOS 14, то CarBridge нет. И неизвестно, когда и будет ли вообще поддерживаться. Так что в этом смысле для меня Jailbreak под 14 iOS бесполезен. Но я же знаю, мои дорогие зрители, что вы любите все самое последнее и новое. Так что давайте начнем. Первое, требуется компьютер под управлением macOS и CheckRyan. Ссылку на сайт разработчиков, откуда можно скачать последнюю версию, оставлю в описании под видео. Второе, уже привычно. Подключаем ваш iPhone к Mac. Причем кабель для подключения должен быть оригинальный и старой версии USB на Lightning, иначе ничего не получится. Делаем резервную копию. После того, как резервная копия готова, закрываем Finder. Третье. Открываем на Mac CheckRyan, нажимаем Start и ждем, пока iPhone перейдет в Recovery Mode. Затем четвертое. Следуя указаниям CheckRyan, переводим смартфон в DFU режим, нажимаем Start и ждем загрузки. Готово! Jailbreak на iOS 14 сделан. Осталось только установить CIDI и твики. Для этого открываем на iPhone CheckRyan и выбираем Install CIDI. После этого она скачивается, устанавливается и появляется на рабочем столе. Заходим в CIDI и обновляем ее. Теперь можно удалить иконку CheckRyan. И напоминаю, что Jailbreak полупривязанный, и в этом случае, если по каким-либо причинам ваш iPhone выключится или перезагрузится, данную процедуру нужно сделать заново. Так что имейте это в виду. Желаю всем удачного Jailbreak, хорошей связи и всего самого доброго. До новых встреч! И кстати, подписка на канал крайне рекомендована, дабы не пропустить новые видео.